Ребят, как я вожу пеноплекс на велосипеде. Зацените, очень клевый прицеп. Все круто. Выглядит все это вот так вот. Вот так это выглядит на стоянке примерно. Для сравнения, размер автомобиля обычного. Габариты увеличились, у нас еще одна пачка с 50-миллиметровым пеноплексом. Выглядит это все вот так вот примерно. Прикиньте. Ну что ж, я загрузился. Вот так выглядит загрузка с металлическим листом и 12 метрами 15 на 15 трубы. Вот этой вот. Достаточно объемная тема получается. Такие дела. Вот такой велоприцеп. Такие дела, ребят. Так, ну что ж, с вами Алкей, мы продолжаем банкет. Поехали. Так, ну что ж, едем, нормально все. По Лазаревской. Вон чуваки на самокатах, а вот мы. Решил поехать вот по этой дороге, вот здесь. Специально, чтобы было пошире. Въезжаем вот сюда, это перекресток с Линком на, получается, на Мидл. И поворачиваем направо, потому что по кишке ехать, ну, такое себе. Прицеп сзади. Так что нормально. Просто нахрен. Ребят, шикарный райд. Круто едем. Спасибо, что смотрели. С вами Алкей. Мародер и промплатформа. Такие дела. Так все это выглядит. Продолжаем банкет. С вами Алкей. Вперед!